Бүгін біздің лингвистикалық комиссияға емтихан тапсыруға келіп отырған кісі Қазақстан Республикасына президенттігінен үміткер Сырғабаев Асқар Жорабайұлы. Аха. Бірінші билет жаңа туралы айтқанда сізге жазбаша. Жазбаша сіздердің мен тақырыптарды өзіңіз ойланып таңдап аласыз. Тек бірінші сұраққа байланысты. Бұл тек бірінші сұрақ. Осыны таңдайсыз да. Біреуіні ғана. Осылардың таңдаған біреуінің таң. Екі бет ғана шығарма есе жазасыз. Түсінді ме таңдайсыз? Мен көріп тұр ғой тақырыптар. Түсінді ме? Өзіңізге қайсысы жақын, қайсысы осын таңдарыңыз. Әлемдік дағдарыс және Қазақстан экономикасы. Асқар Жорабайұлының таңдаған тақырыбы әлемдік дағдарыс және Қазақстан экономикасы. Бірінші жазба жұмысына сіз әлемдік... Вы выбрали для письменной работы тему «Экономика Казахстана и мировой кризис». Здесь вы допустили 92 ошибки. У вас даже были грамматические ошибки в слове «мемлекет». Во втором этапе чтения вы выбрали тему о Бауыржане Мамушылы. Читали вы медленно, иногда члены комиссии не могли понять вас. Третий этап – рассказ. Вместо 15 минут вы выступали 99 минут. Отсутствовала логическая связь между словами. Некоторые предложения мы вообще не смогли понять. Итог вашего экзамена отрицательный. Вы не владеете государственным языком на требуемом уровне для кандидата в президенты страны. Если считать, что сейчас я не сдал, как вы можете быть довольны. Конечно, я недоволен собой. Во-первых, я сказал же, в первую очередь, в человеке движет вера, что он может что-то предпринять, сделать. Второе, его намерение, что он хочет сделать. А третье, его действия. Какие действия он предпринимать будет в жизни. Вот на это я расчет делаю. А что там государственное, это не означает, что если я половина на половину казахском, на русском говорит, что я не патриот, это ничего не означает. Я в этом не стесняюсь, потому что это я же говорю, это наша жизнь такая была, и мы в такой среде росли, и обижаться на то, что сегодня я не смог сдать, это закономерный процесс просто. Результат. Ну, следующие выборы будем готовиться уже тщательно. Ну, видите, сейчас тоже как, неожиданные же выборы произошли, и ни у кого, я думаю, времени не было подготовиться, и у меня тем более, я тем более оказался первым.